Современный издательский комплекс открылся сегодня в Алматы. Обучать студентов азам типографского дела и печатать для них учебные пособия будут теперь в Сатпаев университете. Запуск проекта принадлежит Гульнар Кинеевой, дочери известного сатирика, члена Союза журналистов Тандая Кинеева. Он, по словам Гульнар, Тандая КЗ и основал сам пресс-центр еще в далеком 1994 году. Но, говорит она, после смерти отца работа замедлилась, устарело само здание и требовалась реконструкция. Отсюда у дочери почетного журналиста и возникла идея вдохнуть в центр вторую жизнь. Мой папа Тандай Кинеев был основателем этого издательского центра. В свое время это небольшие цеха были. Закупали оборудование, он занимался производством, изучал типографское дело. Тогда это как впервые было. И поэтому, будучи известным писателем-журналистом, он внес неоценимый вклад в развитие типографского дела.